Осторожно и не спеша запускает станок Ахмед Паланкоев. Он трудится здесь с момента открытия завода. За ответственное отношение к своей работе его очень скоро назначили бригадиром. Сейчас он делится опытами, знаниями сам, с новыми сотрудниками. А начиналось все совсем иначе. Когда я здесь пришел на работу, я абсолютно ничего не умел делать. Меня здесь обучали, приходили сюда с Казани люди, и они нас обучали. Что самое интересное на протяжении рабочего дня? Самое интересное – это наблюдать за линиями, смотреть, как идет труба. К слову, линии называется вот это оборудование – высокотехнологическое устройство немецкого стандарта. А построен завод по федеральной целевой программе социально-экономического развития Ингушетии частного инвестора компании «Техстрой». Они занимаются реализацией продукции не только у нас в регионе, но и за пределами. Мы производим трубу от 16 диаметра до 630 диаметра. Сырье мы закупаем в Казани, завод «Казань Оргсинтез» – это максимальное качество полиэтилена, именно трубного полиэтилена. С первого дня мы сотрудничаем только с этим заводом. Планы на будущее – это развиваться дальше в регионы, выходить. Хотя мы и так уже по наше местонахождение – это СКФО, ЮФО, ну и дальние точки тоже мы отправляли, и в Новосибирск отправляли, и в Калининград трубу отправляли. Изготовление полимерных труб – процесс долгий и кропотливый. После тщательной сушки полиэтилен по трубопроводу поступает на линию. К слову, весь изготовительный процесс облегчен благодаря современному оборудованию. Параметры задаются бригадиром, дальше уже дело техники. Здесь в компьютере мы настраиваем полностью, задаем нужную стенку и нужную нам скорость полностью. Здесь вибрируем. Это уже автоматически, как настраиваем, и автоматически идет процесс работы. Потом уже процесс работы наблюдаем и налаживаем. Как выходит здесь труба, это вакуумная ванна. Сейчас на заводе трудится порядка 80 человек. Наладчики, бригадиры, крановщики, которые проходили обучение и курсы повышения квалификации. К слову, даже группа лучших специалистов не может гарантировать производительность, если окружающие факторы не благовлияют. Практически не работали, очень мало проработали, так как карантин сказался. И на том заводе, где мы сырье закупаем, это сказалось на самих строителях, поэтому и заказов не было. Но мы продержались, держимся, потихоньку сейчас пытаемся наработать обороты, опять входим в колею. Завод полимерных труб – одно из крупных предприятий в регионе. 50 лет гарантии – вот задача, которую ставят и оправдывают здесь. Полимеры стали применять в промышленных масштабах в конце прошлого века. От чугуна их отличает несколько очень важных параметров – это эластичность, долговечность и легкость. Ну а этот завод действительно можно назвать образцовым. Хава Гагиева, Адам Далаков, Новости 24.